Обычный казанский дворик становится местом дислокации главных героев книги Даши Чижевской под названием «У нас на кухне жили гномы». Прототип самой новоиспеченной писательницы – девочка Маша, свято верящей в сказки. Она словно уходит из мира реальности. Я верила в гномов, тех самых, о которых написана моя книга, до 14 лет. Пока мне родители не сказали, когда это уже стало странно просто, сказали, что гномы не существуют, Даша. Игрушки под елкой – это мы. В прошлом году одно московское издательство объявило конкурс на написание книг для подростков и сказок. Лучшей сказочницей сегодняшнего дня стала девушка из Казани, что дало возможность на издание книги. Теперь, по словам автора, может последовать и продолжение. Я занимаюсь своим делом, я пишу книги, я хочу дарить людям радость. Агента у меня никакого нет. Это моя первая книга, я просто счастлива. Вот и все. Теперь Дарья Чижевская, которую многие казанцы видели на сцене одного из театров, отдыхает от творчества. И, по словам талантливой девушки, учится познавать реальную жизнь, а не иллюзорную. Дарья одна из тех, кто закончил актерские курсы ГИТИСа в Казани. Кстати, недавно из театра уволилась группа молодых артистов, выпускников РАТИ. Я любила театр, любила свои роли. И всегда была очень честна с самой собой, поэтому я ушла. Вот. И сейчас я хочу развиваться во многих сферах, и в писательской, и я хочу что-то новое узнать в жизни, я хочу набрать жизненный опыт, которого мне всегда не хватало. Ага! Надрались уже! Поздравляю! Теперь Дарья Чижевская будет набираться литературного опыта. Как сложится судьба других актеров, которые ушли из Качаловского театра, неизвестно, пока они в состоянии подвешенном. Дмитрий Пивоваров, Максим Золотухин, телеканал «Эфир».